Галактика Всеволода Боброва. Игроки этой галактики оказались самыми популярными. За них в ходе голосования высказалось наибольшее число болельщиков. Тренер Юкка Яланен, Йокерит Хельсинки. Суперспособность Джин. Юкка Яланен появляется на тренерском мостике различных команд внезапно, как джин из бутылки. Главное из совершенных им чудес – титул чемпионов мира. Райан Заполский, вратарь Йокерит Хельсинки. В любой момент игры он видит все происходящее в диапазоне 360 градусов. Иначе просто невозможно объяснить, как голкипер ухитряется отбивать шайбы, находящиеся у него за спиной. Игорь Шестеркин, вратарь СКА Санкт-Петербург. Суперспособность – магнетизм. Игорь Шестеркин умеет притягивать к себе шайбы. Марк-Андре Граньяни, защитник «Динамо» Минск. Телекинез. Марк-Андре в состоянии силой мысли отводить угрозу от своих ворот, и он набрал наибольшее число голосов болельщиков среди всех игроков «Галактики Боброва». Дмитрий Калинин, защитник «Спартак» Москва. Суперспособность – регенерация. За свою долгую карьеру 37-летний ветеран перенес немало. Но возвращаться в строй ему помогает способность к регенерации. Патрик Херсли, защитник СКА Санкт-Петербург. В момент броска его руки и клюшка превращаются в сверхмощную лазерную пушку. В матчах с участием Патрика настоятельно рекомендуется оснащать ворота сеткой повышенной прочности. Сами Лепистё, защитник Йокерит Хельсинки. Суперспособность – клонирование. Сами Лепистё с планеты Йокери. Он словно бы одновременно действует на нескольких позициях. Эли Толванен, нападающий Йокерит Хельсинки, повелитель огня. Толванен жжет. 18-летний нападающий стал самым молодым автором хет-трика в истории лиги и входит в число лучших снайперов сезона. Словом, Эли Толванен очень горяч, как, впрочем, и все уроженцы его планеты. Илья Ковальчук, нападающий СКА Санкт-Петербург. Илья Ковальчук гипнотизирует соперников, делая их беспомощными перед его натиском. Впрочем, свою суперспособность он почти не использует. Противников давно уже гипнотизирует простое упоминание его имени. Никита Гусев, нападающий СКА Санкт-Петербург. Суперспособность – ослепление. Лучший ассистент своей планеты Никита Гусев представляет серьезную угрозу для зрения. Микс Индрашис, нападающий «Динамо» Рига. Суперспособность – энергетическая подпитка. Горячая поддержка родных болельщиков трансформируется в его организме в дополнительную энергию. Зак Бойчак, нападающий «Слован» Братислава. Заклинатель шайб. Зак владеет тайным языком и способен отдавать шайбам приказы. Обычно они слышат.